Во Франции проходит первый тур парламентских выборов. На 577 мест Национальной ассамблеи и Нижней палате претендует более 6 тысяч кандидатов. Те из них, кто наберет больше 12,5% голосов, смогут принять участие во втором туре, который состоится через неделю. Наблюдатели считают, что основная борьба развернется между двумя избирательными блоками. Это центристы, союзники президента Эммануэля Макрона, и большая группа оппозиционных партий, куда входят разные движения левого спектра и зеленые. Отдельно от всех на выборы идет национальное объединение под руководством Марин Ле Пен, которая на минувших президентских выборах показала наилучший результат в истории французских ультраправых. Все так подорожало. Они нам говорят про войну, про то, про это, а цены все растут. Вчера я заправлялся, и бензин уже дороже 2 евро. Некоторые говорят, что эти выборы бессмысленны, но это не так. Если у президента не будет большинства, то он ничего не сможет сделать. При этом традиционно парламентские выборы привлекают во Франции куда меньше внимания избирателей, чем президентские. Поэтому предсказать исход голосования непросто. Кроме того, прогнозирование осложняется тем, что французы голосуют за депутатов-одномандатников, а не за партийные списки.